В феврале 2023 на телеканале «Домашний» состоялась премьера сериала «Тонкая линия жизни». Это картина от режиссера Филиппа Коршунова. В центре сюжета Вера Лазарева. Она работает кардиологом в клинике. Однажды к ней на прием приходит пожилой мужчина Василий Андреевич с жалобами на боль в сердце, измученной домашними неурядицами. Вера выписала ему не тот препарат, который нужен, из-за чего пациент впал в кому. Вскоре выясняется, что Василий Андреевич – это отец Веры, который ушел из семьи много лет назад. Главные роли в картине и исполнили Елена Радевич, Андрей Горбачев, Степан Бекетов, Мария Столярова и другие. К сожалению, второго сезона сериала «Тонкая линия жизни» не будет. История завершена. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.